Там челик совсем рядом упал. О! Я его вижу, вон он выбежал. Убил одного, залутался. Красиво. Возьму эту хуйню. А по асфальту она едет? Как она по асфальту едет, я не понимаю. Что это такое? А разве она может по асфальту ехать? У нее ж колес нету. Зря остановился. Я же видел челика впереди. Эвил Палас, приветики. Лови пак свеженьких. Только из печи новогодних вопросов. Есть ли новогоднее настроение? Уже поставил елочку дома. Подготовили подарки родителям и родным. Верил ли в детстве в Деда Мороза? Не верил. Только честно. Ну как, ну я, если я верил, то я не помню. Если я верил в Деда Мороза, то в лет там 5-6 максимум. Ну что еще? Изи. Ладно, побежали отсюда. Есть ли новогоднее настроение? Да мне, в принципе, ну, я ничего никогда не праздную. Я даже не знаю, что такое новогоднее настроение. Оно у меня только в детстве было. Там, maybe до 8, до 9 лет. Уже поставил елочку дома? Нет, нахрена. Чтоб она, ну, сыпалась. Потом убирать за ней постоянно. Подготовили подарки родителям и родным. Чел, я обычно дарю деньги просто и все. Пусть там кто хочет себе. Вот в детстве мне, когда меня спрашивали, что тебе подарить, когда меня в детстве спрашивали, вот что тебе подарить, я говорю, подарите типа деньги. И так же самое я теперь, когда подрос, я сам тоже дарю деньги и все. Верил ли в детстве Деда Мороза, только честно. Ну, maybe до лет 6 верил. Крейзики, бау, бау, пс, пс. Куда пули летят, блядь? Купа-пань, когда снимаешь индивидуалок, не спускай на рота, а то еще сохранят твою сперму и решат заделать микроботича. А ты чё, вроде блядь, как только за очень большую сумму говорил, что на такое и согласился бы. Не что? Заделать микроботича я бы согласился за большую сумму. Что за что ты несешь, чел? Крейзики, бау, бау, вс, вс. Так, хотелось бы в этой игре не умереть как даунич, когда уже три фрага есть и когда шмотки топовые. Крейзики. Чё? Это как-то... Вот это что было, блять? Оно само дергается, сука. Пугает меня. Как бы рискнуть, шанс умереть обычно на открытой местности процентов 10 каждый раз, когда ты пробегаешь. Вот так вот. Но при этом шанс выиграть игру минимум 25%, если я забегу в центральный дом. То есть я сюда забежал, у меня сейчас 25% на победу. Я так считаю, минимум. Если бы я был бы не дауном, то было бы 25. Если бы я, ну, почекал бы, что он там сидит. Я этого не прочекал. Разговаривали с Marple Plus Video, она выложила новое. Так тепло о тебе отзывались. О том, какой ты в реальной жизни приятный и добрый человек. Сколько же кретинов, которые крайне нелестно и по-хамски себя ведут по отношению к тебе. С наступающим. Спасибо. Спасибо тебе за реально правильное отношение ко всему. Дякую. Ты на протяжении всей своей стримерской карьеры с пеной у рта утверждаешь... Чего-то ты с пеной у рта, что? Ок, но разве не является лицемерием, когда человек оскорбляет гей-донатеров, будучи сам геем? Что? Короче, я не понял. Во-первых, это ты с пеной у рта, а не я. С пеной у рта. Во-вторых, я ничего не понял. На каком-то языке разговариваешь, о ком ты говоришь. Папань, это не гейский донат, но хотел бы узнать твое мнение. Ну-ну-ну. Мне 21 год. Я натурал, и было пару тян и беспорядочные сексы, но ни разу не влюбился. Мне нравятся тянки, но я допускаю, что однажды какой-нибудь Джордж сможет меня сблизить, и я влюблюсь в мужчину. Именно Джордж! Как тебе такая теория? А почему, я не знаю, почему не Андрей? Джордж, блядь. Хуй знает, чел. Папань, привет. Троллинг, попахивает троллингом. Вчера на стриме ты выиграл премию. Самый забаненный стример. Твоя верная армия работяг голосовала. Самый забаненный стример? Пресер, тупей респект. Ну, не знаю, меня банили один раз на неделю, правильно, и один раз на месяц. Не думаю, что я самый забаненный стример пока что. Maybe, если меня еще раз забанят, там,
на 3 месяца или навсегда, тогда буду самым забаненным стримером. Пока что меня банили на неделю и на месяц. С наступающим новым. Спасибо. Годом. Для меня это, в принципе, не праздник, как и любой день. Для меня это обычный день. Я не люблю ничего праздновать. Я не понимаю в этом смысла никакого. Вообще, все праздники, понимаете, все праздники пошли от того, что праздник — это типа выходной. Вот, все праздники отсюда пошли. Абсолютно каждый праздник пошел от того, что это выходной просто. И люди в этот день не работают. Когда ты там произносишь свои FSS, все передергивает. Пиздец. У меня такая реакция на асмр. Теперь, видимо, ты тоже стал асмр. Нет, я не стал асмр. Я не стал асмром. Я никогда не понимал, кто вообще может тащиться от этой хуйни. Ты вот знаете, на ютубчике эти вот асмр-видео. Асмр. Такая хуйня, пиздец. Привет, не будет топ-1, скорее всего, я разучился играть. Когда-то давно я хорошо играл в PUBG. Реально хорошо. Заезжай, заезжай. Давай, 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 давай. О. Че, издевается? Ты думал похилиться? Спасы за средства. Crazy bam, bam, вс. Пиздец. Улети! Is reality. Ну, его обойти надо. Ожидаемо. Ожидаемый контент. Да я не знал, как вообще тут сыграть. Я не выиграл, блядь, никогда уже. Я не выигрывал очень давно, наверное, месяц. Как думаешь, на субъективизмычах с переходом на картезианизмычах, с переходом на конструктивизм, что через несколько сотен лет мы будем жить в виртуальном мире? Или где человек будет заложник робота. К 2050-му, к 2060-му, а не через несколько сотен лет. Когда прогнозируют сингулярность? К 2050-му где-то, к 2060-му, почему через несколько сотен лет? Ты же понимаешь, что ты сказал, ну, про роботов, про виртуальный мир, это все связано непосредственно с сингулярностью. 25 лет назад никто даже не мог представить там всяких мобильных телефонов и прочего. Я имею в виду современных мобильных телефонов, типа смартфоны и т.д. Игр, которые сейчас есть, разную 3D-реальность. Ну что еще? Да блять, это из-за тебя я умер! Ты прямо послал донат, и у меня мозг отключился, я начал донат слушать. Именно в эту секунду, когда я хотел стрелять. И мне, ну, у меня просто мозг отключился сразу. Фу. Потому что я, по сути, никогда не байчу никого. Это было скоряка вроде. Это было больно. Ну что еще? А короче, даже. Добрый день, Виктор. Я слышал его спереди. Что за хуйня вообще? Появилось ваше прозвище Терпилыч. Что ты несешь? Короче, по радиодонаты больше. Папа Ларда, привет, Эч. Найс байт на донат. Ты можешь ответить, пытался ли ты отсосать сам у себя в ванной? Нет, блять! Если да. Почему? Ну что еще? Это кого-то может волновать. О, все. Го умирать за ящик, го я рипнусь. Смерть за ящик. Вот это вот, то, что вы сейчас наблюдаете, вот это суицид, потому что я точно умру за ящик. Сейчас я, вот этот ящик долетит до земли, и меня забанят на Твиче за такую хуйню. Проверяйте. Ну что еще? Потому что шансов выжить у меня нету. Привет, ну что еще? Хватит донатить. Сегодня шел с магазина, на улице минус 37 градусов, ветер бьет будто плеткой по ебалу. Пришел домой, а тут Артас горит. Так тепло стало. С наступающим тебя, Артас. Ура! Неужели я выжил? Да, Яшо. Так понял, надо по снегу ехать, она быстрее едет. Смотрите. Ха! Та-дам! Спасибо. Привет. Батич. Привет. Смотрим твою подрубочку с другом Лёшкой по скайпу. И он, к сожалению, заснул от усталости. Можешь, пожалуйста, разбудить его криком, чтобы он не пропускал интересные моменты. Заранее благодарен. Ха! С наступающим. Блять, интересные моменты? А сегодня были на стриме интересные моменты? Интересные моменты на моем стриме в 2000... Почти уже какой? Почти 2169, правильно, если не ошибаюсь? Если это 2138, то следующий год 2169.
Интересный момент на стриме, блядь, на Twitch TV Artas 2169. Держи в курсе. Ха-ха! Пусть нарезку посмотрит, я не знаю. Лучшее с Плакичем. Почему еще такой канал никто не создал? Лучшее с Плакичем. Качественный контент, интересные моменты. Лучшее с Плакичем. Папа Лардыч, еще такой вопрос. А ты думал, что когда-нибудь станешь геем? Промолчи или да скажи, иди к черту, придурок. Если да, с наступающим. Я же любя. Что ты любя? Что? Верьте деньги! Как можно любя нести хуйню? Я не понимаю. Что это было, бля? Вы это видели? Он там сидел просто. О! Кар-кар-кря! И байтил на буст. Мой уровень, моя школа. Ну, чел. Что, издеваетесь? Сейчас гранату кинет в пизду. Так, у меня ничего не получается, блять. Зачем я начал стрелять? Не было смысла стрелять, очевидно. Зачем я начинал стрелять в того чела? Я же спалил свою позицию. Это было тупо. Я бы такой ошибки не сделал раньше, потому что раньше я умел играть. Нажимать левую кнопку мышки — супер ошибка в PUBG. Ты сразу показал, что где-то находишься, и все, тебя убивают. Там стрим-снайпер побежал сразу ко мне вроде. Придурочная. Биомусор! Но только не здесь, только не справа, только вот не здесь. Это вообще бородище, а не круг. Ну что еще? Здравствуй. Ты заводить думаешь или нет? Я знаю, что ты говорил, что ты одиночка, но все же объясни. Вопрос 2. Как думаешь, во сколько ты перестанешь стримить лет? Ты уже вроде не молодой, а как я понял, ты на работу не собираешься. Или тебе хватит донатов до конца твоей жизни? Дай, сука, блядь, заткнись! Сори, чел, извини, но каждый раз так донаты не вовремя. Каждый раз не вовремя донат, я не могу сосредоточиться, я не понимаю, что происходит. Ну, бля, он еще попал в меня? Хули он попал? Надо еще одну сыграть. Зачем он попал? Я знаю, что ты говоришь, что ты одиночка, но все же. Что все же? А, семью заводить. Детей точно не будет никаких. Я не хочу детей. Ну что я еще? Продолжаю стримить, потому что люди готовы как смотреть. Вот и все. Карта в PUBG. Отлично. Кстати, звать Данил. Величайший из величайших. Зимняя карта в PUBG отличная. Нравится. Сегодня в конце стрима покажу, кстати, эту ситуацию с Аксом. Ну как я покажу? У меня нету пруфов. Как бы откуда я возьму пруфы? Я купил когда-то Акса за 500. Я могу показать это. За 500 гривен я купил Акса в стиме. На это, очевидно, есть пруф. В маркете. Нажал продать его артефакту, потому что мне выпал второй Акс в кипердрафт. Стрим-снайпер, скорее всего, не знаю, я разговаривал, это даже, блядь, про Акса говорю. То, что ГБ меня наебал на Акса. Короче, если вкратце, то у меня был Акс, который я купил за 500, потом его можно было продать на маркете уже за 232. Но была такая опция, sell to artifact. Ты в инвентаре в стиме выбираешь своего Акса и продаешь его за 272. То есть не за 232, а за 272. Я выбрал эту опцию, и у меня Акс пропал с инвентаря, и я не получил денег. То есть это уже произошло дней 5 назад или 4, и Steam Support меня полностью игнорит. То есть просто наебали на Акса. Расскажи, как быть таким же, как ты, убогим социопатом? Без обид, но ты 100%. Почему я убогий, а не ты? Чел, ты 100% идиот. Вот это вот точно. Вот ты, блядь, с обидами или без, но ты 100% идиот. Прям 100%. Не знаю, с обидами без, мне на тебя все равно. Это тебе на меня не все равно, и ты решил меня оскорбить. Так страшно тут бежать по этой открытой местности, вообще пиздец. Я реально страх чувствую. Как это можно пережить взрыв гранаты? Расскажите мне, пожалуйста. Я ему прямо туда гранату закинул, это вообще пизда. Так он пережил взрыв гранаты. Хули ты в меня стреляешь, животное? Там другой чел был, он меня стреляет. Ебанутый.
Да, я! Да, шо? Ну что еще? Хорошо, папа, не обосновывай, почему ты не убоден? Если ты сидишь на месте... Еще тебе должен что-то обосновывать, еще... Вон чел стоит. Как попасть, Вол? Окей, надо бежать за камень тогда, получается, за этот. Они последних живые. Окей, он его убил. Ну, враг не знает, где я, правильно? Это мой шанс. Единственный сегодня выиграть, наверное. Ну, блять, он первый меня заметил, так всегда получается. Каждый раз меня первого замечают, я в ахуе с этого. Как я давно не выигрывал! Ха-ха! Да, я! Наконец-то, давно не было. Повезло, что гранаты не было, когда я отхиливался, что он гранату не кинул. Спасибо большое, что пиздец. Ты для нас. Если бы ты не стремил, я бы уже давно утопился в нашей речке в селе. Долгих лет жизни тебе и твоей славы. Что? Что это было? Ты снайпер? Не за что, чел. Ясно. Это вообще супер странно. Где он был? 5 снайпер или что? Бля, в этом доме был, серьезно? И он выбежал отсюда. И успел меня убить? Да, что? Ну что еще? Как? Папа, а, я понял. Даже со стрим-снайперами. Давай, продолжай, папчик. Топ-контент ведь. Я устал уже. Я думаю, тебе нравится вселенная Резидента, ты первый фильм оценил на 9. Да, я оценил первый Resident Evil на 9, потому что он шедевр. Но, как бы, это никак не связано... Конкретно первый фильм Resident Evil... Он вообще настолько отличается от всего, что связано с Resident Evil, с этой серией, что игр, что фильмов. Первый фильм просто это отдельный шедевр, и все. Ланго вообще ультра, мега, гипер последнюю. Вот тут больше после этого не будет, это точно вот супер последняя. Ну, блядь, ну настолько последняя, насколько вообще может быть последняя. Сам Самик. Ну нахуя ты стреляешь? Нет! Нет! А, это читак, блядь! Так и знал. То есть меня тут ждал, потому что этот читак пришел. Короче, я так и знал, все. Иди нахуй, тварь.